дорогие друзья, с вами я, Анастасия Час. Сегодня понедельник, 21 ноября, и это очередной обзор на предстоящую неделю. Достойный заработок, не отходя от компьютера. Бинарные опционы. Просто и выгодно. Жмите на кнопку «Начать» или переходите по первой ссылке в описании под этим видео. Ну что ж, на экране у нас пара евро-доллар. Давайте посмотрим, какие ожидания у нас по этой паре. Это недельный график. То есть на эту неделю, на предстоящую неделю, что нас ожидает? Ну вот посмотрите, на открытии сегодня мы откатили вверх, хотя на неделе показывает еще немножко продолжение вниз. И хотя, сейчас я еще чуть-чуть увеличу, хотя вот посмотрите, они идут на пересечении, так что в принципе возможно, что мы все-таки пойдем в откат эту неделю. И вот завтрашний и послезавтрашний день вот, вполне возможно, потому что показывает мне, что мы идем на пересечение. Но конкретное как бы пересечение произойдет завтра, послезавтра. Возможно, даже, скорее всего, в среду, где-то во второй половине дня. Но более четкое такое сигнал на откат. Куда мы можем откатить? Ну, пока что, видите, цель идет разворотная линия недельная, она на уровне 1.0.70.19. Возможно, ну вот видите, повторюсь, я рисовала каналы на этот месяц, и пока что мы их вот отработали вверх, вот протестировали верхнюю границу вот такого верхнего нисходящего канала, вот еще другой нисходящий канал. И мы практически вот протестировали, вот пробили следующую и следующую. Вот, возможно, все-таки мы идем сюда вниз, где-то на уровень 1.0.36.90. И вот так, даже, давайте сейчас, чтобы посмотреть, показать, где это, но будет пересечение. Вот, на 1.0.36.20 даже, вот здесь цель, возможно, все-таки мы придем сюда 1.03620, потому что показывает, что пересечение случится, я говорю, где-то в среду, где-то в середине дня, показывает мне разворот, да, недельного тренда. То есть мы развернемся и, возможно, вот от 1.03620 и пойдем назад вот сюда отрабатывать. Но пока что, видите, мы тоже идем в откат. Я думаю, что мы идем либо до 1.0.65.90, либо даже 1.0.70.19.20, где-то до разворотной линии недели, прежде чем пойдем дальше еще вниз. Тренд пока еще нисходящий. Вот такие ожидания по паре евро-доллар, друзья, на эту неделю. Это просто, понятно и доступно каждому. Начни зарабатывать всего с $10. Жмите на кнопку «Начать» или переходите по первой ссылке в описании под этим видео. На очереди у нас следующая пара. Пара доллар-франк. Ну, то же самое вы видите канал, который я провела в начале месяца. И вот тоже посмотрите, отработали, то есть протестировали он какую свечку, то есть какой хвост мы кинули и пошли дальше вверх. Ну, цель, я так хочу сказать, что на неделях мы пока что еще идем вверх, тренд восходящий. И вот цель, это 1.0.18.54.55, ну, возможно, даже чуть дальше, как говорится, для закрепления протестировать. Но, скорее всего, мы можем откатить вот сейчас еще вот сюда на 1.0.0.451, вот для того, чтобы зацепить вот это вот, чтобы пойти вверх. Либо даже можем дойти до разворотной линии недели 1.0.0.006, ну где-то здесь находится разворотная линия недели. Но можем, конечно, не дойти до нее, можем только до уровня, повторюсь, 1.00, где-то
330, может быть, чуток даже выше. Вот видите, пока что мы идем к разворотной линии дня сегодня 1.00906, но мы можем сюда идти на 1.00490, вот прежде чем пойти вверх вот на эту неделю и отработать вот эту цель 1.01855. Вот такие ожидания, потому что тренд у нас еще восходящий, но повторюсь тоже, как и евро-доллар, где-то в середине недели, где-то в среду, может быть во второй половине дня, мы все-таки развернемся, пойдем, смена тренда недельного развернется тренд, и мы пойдем в откат. В откат, опять-таки, если мы дойдем сюда, пойдем откатим сначала до вот этого уровня, где-то до 1.01077, ну и потом дальше вот нижняя граница вот этого верхнего восходящего канала. Вот это у нас такие ожидания по доллар-франку, хотя давайте, если переключиться на минут, как посмотреть, пока что мы еще... Но пока что, видите, мы бьем волшебный индикатор и пробились как бы ниже, то есть, скорее всего, что мы будем продолжать движение вниз. Вот, если переключимся на младший таймфрейм, и пока что на пятнашках мы находимся выше волшебного индикатора, на пятерках тоже, вот 5 тоже выше, пока что, но минутки показать, ну, М30, H1, на всех таймфреймах мы находимся выше волшебного индикатора, только сейчас минутки нам показывают все-таки, куда предпочтительнее цена будет двигаться, но пока что, видите, уже сколько времени мы не можем толком закрепиться, вроде вот закрепились, и пришли сюда, и опять мы откатили, и вот опять мы тестируем волшебный индикатор, то есть не определиться с движением никак. Но для того, чтобы вот конкретно было это, вот мы должны бы закрепиться даже, вроде и закрепились, но все-таки мы пойдем, я думаю, вниз. Дальше, как я и говорила, вот сюда, вот сюда, на 1.00490, ну, возможно. Еще ниже на разворотную линию недели. Ну вот это такие ожидания по паре доллар-франк. Избавься от кредита. Заработай на бинарных опционах. Доход до 90%. Жмите на кнопку «Узнать подробнее» или переходите по первой ссылке в описании под этим видео. На очереди у нас следующая пара. Пара фунт-доллар. Итак, какие ожидания у нас по этой паре? Пара фунт-доллар. Ну, посмотрите, пока что тренд у нас показан нисходящий. То есть мы идем вниз, мы можем откатить вот до уровня... Сейчас еще раз. До уровня 1.241.31 вот здесь. Ну и выше, чуть выше находится разворотная линия недельная. Это 1.244.52. Вот такие вот уровни здесь, вот куда мы можем откатить, прежде чем продолжить движение вниз. Вниз, я думаю, что мы идем вот сюда, на протестировать еще раз границу, вот верхнюю границу вот этого нисходящего канала. Это где-то 1.298, может быть 1.201, где-то вот так вот. Вот такие ожидания. Ну, вполне возможно, что и ниже, но последнее время фунт не очень такой волатильный, поэтому я предполагаю, что мы все-таки придем еще раз протестируем, а дальше уже здесь видно будет, закрепимся выше, значит, возможно, продолжим движение вверх, но по всей вероятности все-таки мы будем двигаться дальше вниз, потому что все... Вот я говорила, дорога вниз открыта, видите, это на месяцах, мы пока что держимся ниже волшебного индикатора, на неделях тоже мы ниже, пока что все вот мы вниз, хотя вот дни показывают нам наоборот, вот какой-то, я же говорю, откат, вполне возможно, что мы сегодня откатим, и возможно завтра придем к разворотной линии недели и будем дальше двигаться вниз. Но все возможно, потому что, видите, чуть ниже здесь на
1-234-99 находится разворотная линия месяца. И вот мы как бы ее протестировали, мы туда-сюда вот оттолкнулись и сейчас находимся выше. То есть, возможно, и такое развитие событий, что если мы закрепимся выше разворотной линии месяца, то мы можем откатить вот сюда, аж на уровень 1.286.26. Вот мы можем сюда. Ну, видите, где скопление мувингов, оно так и просится. Но все зависит от разворотной линии месяца. 1.234.99, 1.235 где-то вот здесь. Все зависит от этого уровня. Закрепимся выше, значит... Пойдем выше вверх, откатим вот сюда. Если все-таки мы закрепимся ниже, значит будем двигаться вниз и отработаем нижний уровень, который я уже говорила. Это такие ожидания на эту неделю по паре фунт-доллар. Начните торговать бинарными опционами прямо сейчас. Торгуйте в один клик, назначайте время сделки, получайте до 90% прибыли. Жмите на кнопку или переходите по первой ссылке в описании под этим видео. И следующая пара у нас пара доллар-иена. Ну что ж, пара доллар-иена восходящий тренд. Мы пока что идем вверх, но тоже готовимся к пересечению. То есть где-то в середине недели, возможно, мы все-таки откатим немножечко, пойдем в откат. Но, как я и говорила раньше, повторюсь, цель вот здесь, она на 115, где-то 0.26, даже, возможно, и выше. Здесь цель иена, а отсюда уже, возможно, дальше пойдем вниз в откат. Хотя, я не исключаю возможности, что вот, я говорю, пару-тройку дней мы можем сюда откатить на разворотную линию недели, это 108.854. Но первоначально мы вот сюда можем откатить до этого уровня, то есть, сейчас скажу, что здесь, 109.770, 109.970, 109.770, вот мы можем сюда, прежде здесь посмотрим уже на этом уровне 109.770, закрепимся, значит, возможно, придем отрабатывать разворотную линию недели, нет, ну, значит, пойдем дальше вверх. На неделях, вы видите, мы протестировали, прошпилили волшебный индикатор, от него оттолкнулись уже вторую неделю, вот третья неделя, все-таки тренд еще восходящий, мы идем вверх. Вот такие ожидания по паре доллар-иена, вы видите, я рисовала на месяц, вот эти два канала получились у нас восходящих, и вот мы их пробили, оттолкнулись, они пошли вверх. Но для того, чтобы продолжить, я думаю, что немножко, я говорю, все-таки пойдем в откат и продолжим движение, потому что цель, повторюсь, на 114.750, то есть 114.115 где-то, даже вот так. Вот эта цель на, по паре доллар-иена. Ты тоже можешь работать так. Стоит только захотеть. Жми на кнопку или переходи по первой ссылке в описании под этим видео. Ну, на сегодня это все. Вот такие ожидания на предстоящую неделю. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я признательна буду и с радостью вам всем отвечу. Еще раз благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час. И пока-пока, до следующего обзора.